Сейчас хочу рассказать вам прикол. Были в магазине три цены. И Аня такая говорит: «Мама, давай купим что-то собачки». Ну вот, не глядя, думаю, ну, куриные лапки так были, в этикетке в этой лежали. Я вообще, честно, подумала, что это лапы из желатина с какого-то отлиты. Потом, когда вы приехали, Аня достала. Посмотрите. А я смотрю, что это слишком реалистично. Да. Думаю, что это реально куриная лапа? А потом смотрим, Смотрю, реально тут куриная. косточка такая. И реально куриная. Ну, я в детстве ела куриные лапки, конечно, я знаю. Что там, в принципе, одна кожа да кости и сухожилия. Думаю, может, это реально куриные лапы? Ну-ка, по состав почитаем. Я в магазине не читала. Лапки. Так, лапки куриные, состав. О, думаю, прикольно. Смотрите. Для собак любых пород. Без добавок красителей. Предотвращает образование зубного камня. Вообще прикол какой-то. Как можно собаке, я вот, может быть, не права, конечно же. Как можно собаке давать острые куриные кости? Вот я чуть Ну палец вот один, тут чуть отломала ручка одну лапку, вот есть. эту пальчик. Тут такое все острое, вам вообще Еще не вот тут. передать даже. Вот что-то торчит все. Я вообще думаю, собака может подавиться даже, Еще вот эту наверное. штуку вот. Мы вообще стараемся куриные кости собаке не давать. Ну, не то, что стараемся, мы вообще не даем. Раньше давали свиные грызть. И у нее тоже какие-то проблемы. Может, она там кусками глотает, что-то с пищеварением. Может, потом в туалет долго не ходить. Там закупорка может быть какая-то. У них там может непроходимость какая-то быть. У Джек Рассел у нас. Короче, я не знаю, что это такое. Бизнес какой-то устроили. Не знаю, кому эти лапки нравятся. Я думала, желатин какой-то. А оказались настоящие. За две куриных лапки мы отдали 2 рубля белорусских. Ну, это меньше доллара. Но они очень вот тут острые. Вот этот хрящик, если собака вот отгрызет, она его, вот чисто наша, я знаю, она его так во рту покрутит, покрутит и проглотит. Во-первых, подавится еще, во-вторых, его закупорка будет, еще и сдохнет потом. Получается, эта куриная лапка, это куриная смерть для собаки. В принципе, я так считаю. Напишите, вот кто дает такие лапки собакам? Это вообще можно давать? Тут вообще идет такая кость. Твердая. Не знаю, везде в книжках написано, что куриные кости запрещены животным. Собакам так точно. И вот еще вот такое взяли. И вот такая тут Ну, раньше мы парочка. такие брали, да, но это обычно, я просто, мы такие раньше покупали, я знала, что это какой-то вот как желатин такой твердый, тут всякая понамешанная ерунда. Это можно. Типа палочки такие. И я вот не прочитала состав, но думаю, о, думаю, прикол. Вылили лапки в формочках каких-то. А что тут в составе? Рис, мясо, Здесь мясные тут. продукты, белок, растительные масла, животные жиры. Дрожжи, экстракт лаванды. Короче, такое. Но это хотя бы безопасно давать. Вот такую штуку. Тут острого ничего такого и нету. Ну, такое мягкое. А вот это жесть. Так что пишите, кто такое дает, это безопасно. Живы ли ваши питомцы? Как они ходят в туалет после такого? Может, это котам можно, я не знаю. И сухое такое вообще. Твердое, Ее даже не фиг как сломать. камень. Даже если сломается, его еще палец можно повредить. Ее фиг сломать. Даже Сейчас не ломать, поэкспериментирую. надо. Лаки понюхает, она в рот возьмет. Давай посмотрим. Сейчас будет Давай, только не эксперимент. Так давай. давать не буду, заберу. Лаки, идет к тебе куриная лапа. Куриная лапа. Это прикол. Будешь такой? Понюхай. Будешь? Глянь, берет. Все. Ты что, хочешь лапой? Лапой по морде. По морде лапой. По морде получишь сейчас. Ты что, хочешь сожрать Маруся, куриную лапу? я себе сейчас погрызу ее. А палочку что не ешь? Где она? Ай, засунула Вот это куда-то. спрятала, заныкала? Ай, да. Слушайте, хочет Это чтобы сожрать? не А что, нюхала. мясом пахнет разве? Все. Фу, она такая Убираем грязная лапу. теперь лапа. А куда теперь ее ложить, эту лапу, если она ее уже послюнявила? Оно что, кусок Все. съела или так и было? Нет, так было. Напрошу. Все. Аня переживает. Мы лапку Просто... положим? Почитаем, Тимур, можно давать. Не, полечай, полечай. По морде. Хе-хе-хе.
еще вырезается.